Подруги, привет! Пришло время, наконец-то пришло время начинать нам делать тесты на беременность. У нас с вами, значит, беременность номер 2, попытка 3, и у нас ровно неделя перед предполагаемой датой в моих месячных. Спросите, почему так рано? Это же сильно рано. Я решила этот видеоролик сделать намного более интересным. Мы с вами, как я уже сказала, будем делать 7 дней, каждое утро, тесты на беременность. Во-первых, мы будем делать с вами разные тесты на беременность. Это будут разные виды тестов, это будут разные бренды, и мы будем смотреть, как эти тесты работают. Второе, мы с вами будем в конце смотреть на прогрессию второй полоски, если таковая появится. То есть почему 7 дней беру? Просто для того, чтобы мы с вами видели, есть ли прогрессия этой полоски, становится ли она темнее с каждым или с каждым вторым днем. Также мы с вами будем разбирать тесты на беременность, потому что мне дико интересно посмотреть, что же у этих тестов внутри. Поговорим с вами, есть ли разница в тестах, у которых голубая полоска, и тестов, у которых розовая полоска. Есть информация, что и в этом вопросе есть разница. И перед всей этой наинтереснейшей красотой у меня есть обращение. Значит, те комментаторы, которые вот уже порываются после просмотра видеоролика, у которого есть конкретное название, и вы знаете, о чем будет этот видеоролик, но все равно вы нажимаете кнопочку play, и вы смотрите, и вы пишете свои комментарии, пожалуйста, не утруждайтесь в следующих случаях. Первый случай, в котором не следует утруждаться и не следует писать комментарий, это комментарий на тему «Расслабься, сколько можно напрягаться, не ты все решаешь, ты сиди себе спокойно на диване, за тебя решают все наверху». Тут дело такое, вот не моя эта история. Я взрослый человек. Вот мой склад ума такой, и я делаю вещи так, как мне нравится их делать. Вот нравится мне делать тесты на беременность. Вот считаю я, что это ответственный, взрослый, нормальный, интеллигентный подход к вопросу. Ровно так же, как и к любому другому вопросу. Вот покупаю я для ребенка самокат, но я же изучаю вопросы, я же проверяю этот самокат, тот самокат. Подруги, какой самокат купить? И покупаю тот самокат, который наиболее подходящий. Так почему же? Перед тем, как родить этого ребенка, которому купить самокат, мне бы не изучить вопрос. И поверьте мне, там наверху вот секретарь сидит каждый месяц, когда вот вы к нему тук-тук, магический тушканчик, помаши, пожалуйста, кустом вербы для того, чтобы я забеременела, потому что я же ничего не решаю, решаешь все ты. А секретарь такой сидит: мадам, мы же в прошлом месяце вам уже отвечали и говорили, что ну что же, у нас есть дела поважнее, тут понимаешь войны, тут понимаешь болезнь, там понимаешь нищета, решать тут вопросы нужно, а вы тут каждый месяц обращаетесь. Но мы же вам уже сказали, мы выдали вам ум, мы выдали вам науку, мы выдали вам тесты на овуляцию, на беременность. Пожалуйста, цикл существует, YouTube в конце концов вам выдали. Ну посмотрите пару роликов, ну вон бабы же делают, ну посмотрите. Все уже вам ответили, чего вы к нам приходите-то каждый месяц, черт подери. Второй комментарий, который не следует писать. О боже, это же сокровенное, как можно помыслить об этом, говорить на люди, тем более людям, которых ты даже не знаешь. Нужно сидеть в комнатке и тихенько этим заниматься, и ни в коем случае не произносить слова беременность, менструация, цикл, это же стыдно. Женщина, ну вот объясни мне, ну почему ты нажимаешь на кнопочку play? Ну ты же видишь название, ты же понимаешь, что тесты на беременность, третья попытка, наверное, про овуляцию, да про менструацию я буду говорить. Зачем же ты предаешь свой священный принцип и ради своего любопытства нажимаешь на эту кнопочку? А ну-ка, выключи ролик, иди, поспи. Еще один комментарий, который можете мне вот просто не писать, на тему того, что продалась я, продала свою материнскую утробу за ютубовское баблото. За те 6 долларов, которые YouTube мне заплатит за этот видеоролик, блин, я даже эти свои тесты несчастные на беременность не окуплю, уже не говоря о том, чтобы продать что-то там, а? Что я себе куплю на эти 6 долларов? Кофе себе куплю. И круассанчик с шоколадом. И последнее, самое важное. Бабы. Господи, как это грубо. Подруги, какие мы тебе подруги? Не подруги мы тебе, ты уже определись, бабы или подруги. А я вот думаю, а два в одном не бывают? Вот могут же быть бабы и подруги. Или подруги, бабы. Они что, не бабы? Девушка, извините, пожалуйста, можно мне, пожалуйста, флакончик два в одном? Будьте добры. Ладно, хватит тут шутки шутить. В общем, все уже поняли правила игры. Делаю этот ролик для себя и для тех подруг, которым это как минимум интересно. Так что, подруги, те, кто тоже делают тесты и кто знает что-то об этом всем вопросе, вот вы как раз-таки пишите комментарии и рассказывайте, что в этом месяце вы новенького узнали. Давайте поехали, посмотрим Фло. Что Фло мне говорит и рассказывает на тему того,
как у нас дела обстояли в 2018 году. Это вот когда мы зачали Рэма, это был июль, и давайте, значит, смотреть. Так, цикл. Что у нас с циклом? Цикл, я тут вижу, был 33 дня. Значит, первый начинается 7 июля, первый день цикла. Это день, когда начались мои месячные. Значит, я вижу, что у нас, посмотрим, 17-е, значит, тест на овуляцию негативный. И первый позитивный смайлик у меня появился на 12-й день моего цикла. Следовательно, овуляция произошла у меня на 13-й день моего цикла. В среднем, если у женщины цикл 28 дней, то ее овуляция наступит на 14-15 день. Но это такой средний показатель, но если ваш цикл гуляет ровно так же, как гуляет и мой, то, в принципе, конечно же, нужно начинать тестироваться заранее. Ну, то есть, в принципе, как только заканчиваются месячные, вот и чтобы уж наверняка начинать проверять свою овуляцию. Значит, у нас овуляция была на 13-й день. И тогда 6 дней после овуляции, 1, 2, 3, 4, 5, 6, это 25 число, 19 день, у меня здесь отмечено, что у меня были кровянистые выделения. То есть это, скорее всего, было кровотечение имплантации. Значит, 23 день цикла и 29 число, это день, когда я сделала тест на беременность, и он был позитивный. Здесь у нас получается, что если овуляция у меня была на 13-й, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ДПО или 10 дней после овуляции мой тест показал, что я беременна. В принципе, это очень хороший результат, достаточно ранний результат, потому что достаточно часто вот 10-й ДПО или 10-й день после овуляции, ну, тест не покажет, что вы беременны. Здесь нужно будет подождать немножечко дольше. И у нас получается здесь, конечно, я уже не могу отследить следующее, начало следующего цикла, просто потому что цикл не начался. Что у нас в ноябре? Здесь получается, что цикл мой был 28 дней, вот в октябре видно, и цикл начался 15 числа. То есть у меня были 1, 2, 3, 4, 5 дней месячные, и потом мы, в общем, начали тестироваться. На 11 день у меня показался смайлик, то есть позитивный тест на овуляцию, и, скорее всего, моя овуляция произошла на 12-й либо 13-й день. И здесь что интересно, как я уже рассказывала, что тест на овуляцию показывал смайлик либо позитивный результат целых 3 дня. То есть всплеск лютеинизирующего гормона у меня был очень-очень высоким, и он держался целых 3 дня. Таким образом, что тест на овуляцию его видел и показывал позитивный результат целых эти 3 дня. Это, конечно же, не означает, что у меня 3 яйцеклетки высвободились, это просто означает, что всплеск он длился дольше, чем обычно. В таких случаях все равно нужно считать овуляцию вот с первого позитивного результата. И мы, собственно, это и сделаем. Значит, у нас тогда получается, если первый смайлик был на 11 день, 25 числа, значит, тогда овуляция, скорее всего, произошла 26 либо 27, и, в общем, там делами мы и занимались. И что в этом случае очень интересно? На 6 день после овуляции, 1 числа, и это 18 день цикла, у меня появилось кровотечение. Ровно такое же, как было и в случае беременности с моим первым малышом. Я увидела очень небольшие выделения, которые не имели никакого течения, они не становились сильнее, они просто один раз были, и все, и они исчезли. И тут я обрадовалась, думаю, ровно так же, как и в первый раз, у меня ровно на 6-й день после овуляции, наверное, скорее всего, это кровотечение имплантации. Все эти дни, конечно же, у меня болела очень спина, болела поясница, но так как я таскаю малыша, я, естественно, не могла сделать вывод, это боль подобная, когда, например, там есть овуляция или имплантирование, и происходят процессы беременности, либо это просто потому, что ты действительно таскаешь малыша, и это боль поясницы. И как-то я думала, ладно, я этот симптом отмечу, и все, будем смотреть дальше. И в какой-то момент у меня появилась такая опоясывающая боль, которую я вспомнила, я ощущала во время беременности. То есть она все-таки отличается от обычных болей в спине, и даже она отличается от болей внизу живота во время месячных. То есть это такая глухая, тупая, опоясывающая боль, которая, как правило, наблюдается либо с одной, либо с другой стороны низа спины. Она вот как-то тоже мне показалась интересной. Также я наблюдала несварение, вздутие живота, также грудь у меня была чувствительная несколько дней,
И, в общем, я подумала так, либо ПМС, либо у меня все-таки беременность. Потом, 24 число, то есть это получается у нас, сейчас скажу, значит, 12 ДПО или 12 день после овуляции, это 7 число и 24 день цикла. У меня снова появились кровянистые выделения. И они вот такой, один спот и все. Ну, то есть там никакую не прокладку даже ничего не наполнить, а просто вот появились выделения. Я такая думаю, второй раз? И тут мне в голову пришло, значит, позитивная овуляция 3 дня и кровотечение, допустим, имплантации 2 дня. И 2 разных дня. И я такая думаю, так, неужели действительно близнецы, которые имплантировались в разные дни? Потому что имплантация, она в среднем происходит с 6 по 12 день после овуляции. Понятное дело, есть поздняя имплантация и есть женщины, которые вот не попадают в эту норму, но у меня вот прям точно в 6 и в 12. Надо бы почитать, могут ли двое имплантироваться в разные дни. В редких случаях могут. Ну и короче, в общем, это я отметила на 12-й день. И, собственно, сегодня мы с вами начинаем череду наших тестов. Будем смотреть, что показывает наш тест и совпадают ли результаты тестов с этими симптомами, которые мы наблюдаем в моем календаре. Подруги, доброе утро. Раннее утро и 7 дней до даты предполагаемых месячных. Я беру первый тест, пишу на нем семерку, которая, кстати говоря, и определяет и указывает на то, что этот тест сделан 7 дней до даты предполагаемых месячных. Так, подруги, наш результат. Пока вторую полоску не видно. Есть контрольная полоска и сам тест, он негативный. Пока кручу-верчу, но даже прозрачную и очень-очень блеклую вторую полосочку я не вижу. Так, что у нас по календарю сейчас? 4 число, ровно 7 дней до даты начала месячных. Вот, четверочка, она указывает на сегодняшнюю дату. И красная – это первый день нового цикла. Так что 7 дней нам еще подождать. Подруги, привет! Сегодня 6 дней до предполагаемой даты начала следующих месячных. Идем делать тест. И вот и наш результат. Контрольная полосочка у нас вертикальная. И в большом окошке должен быть плюсик. Но пока плюсика не намечается. Так что сегодня результат у нас негативный. Значит, по календарю у нас сегодня 5 ноября. 22 день нашего цикла. И до предполагаемых месячных у нас 6 дней. С пятницы завтрашнего дня тест в принципе мог бы показать позитивный результат. Но в любом случае это еще очень-очень рано. Подружки, привет. Рэм у меня еще спит, поэтому я очень тихо. Значит, сегодня у нас 5 дней до предполагаемой даты месячных. Делаем тест. Так, ну что же, результат негативный. Здесь даже такой блеклой полосочки. Сплошной минус. Сейчас попробуем фонарик. Так, даже если сильно посветить фонариком, все равно ничего не видно. Так, если сзади, тоже полоски нет. Так, по календарю у нас с вами получается сегодня 23 день цикла. Что и число. И получается 1, 2, 3, 4, еще полных дня до месячных, включая сегодняшние 5 дней до месячных. Подружки, привет! Так, у нас сегодня с вами 4 дня до предполагаемой даты месячных, и сегодня мы с вами врубаем тяжелую артиллерию. Значит, первое, что мы будем делать, это у нас цифровой тест Clear Blue. Он обещает показать тест за 4 дня до месячных и за 5 дней до задержки. Это означает, то есть один день после предполагаемой даты месячных. Потом мы сделаем Clear Blue другой, то есть это с плюсиком-минусиком, но немного отличающийся от того, который мы делали все эти дни. Здесь в упаковке он один тест. Так, дальше у нас будет мама-тест. Вот такая вот обычная маленькая полосочка. И последний тест у нас сегодня будет, вот такой оптики нашла, Эви-тест. Этот тест обещает показать с первого дня задержки, то есть у него 99% правильного результата. Ну, надеюсь, раньше он тоже покажет. Этот ровно то же самое.
только со дня задержки. Эти обещают пораньше. Плюс ко всему, вот этот дигитальный мы с вами сегодня разберем и посмотрим, что у него внутри, чтобы понять, как же он работает, имеет ли смысл, в принципе, покупать этот дигитальный тест. Пересмотрев огромное количество роликов разных тоже с тестами на беременности, в принципе, делая этот тест, я понимаю, что он менее чувствительный. Имеется в виду, что даже если они обещают там за 4 дня, он все равно чаще всего покажет результат позже. Просто потому, что, очевидно, до электроники нужно дойти. И чтобы показать недели, то он должен быть уверен, что уж наверняка. Но мы проверим, что там внутри. Этот разбирать мы не будем, я его оставлю для прогрессии полоски, если полоска у нас появится. Ну, попробуем, может быть, разберем этот подешевле тест, чтобы сравнить, какой внутри этого и того, что самый дорогой. Голос у меня, кстати, просто великолепный. Только что проснулся. Очевидно. Так, пока тесты у нас делаются, давайте посмотрим, что у нас с календарем. Значит, сегодня 7 ноября, 24-й день моего цикла. И у нас остается ровно 1, 2, 3, 4 дня до предполагаемой даты месячных. Так, ну что ж, прошло 3 минуты, и первым свой результат выдал Clear Blue, сказав о том, что я не беременна. Ну, результат, понятное дело, разочаровал, потому что все-таки, ну, мы-то другого ожидаем. Пока ждем все остальные, давайте разберем, что же в этом дигитальном тесте, и попробуем понять, как он работает. Ну, по крайней мере, из чего он состоит. Так, для этого я сниму колпачок. Так, мне нужна салфеточка. Так, вытрем на всякий случай. Ну да, как я уже говорила, почему хочу его разобрать? Просто потому, что Clear Blue дигитальный тест. Не знаю, как другие не пробовала, просто в аптеках не находила. Он как бы имеет тенденцию все-таки немного позже показывать свой результат, несмотря на то, что обещает за вот эти 4 дня до цикла, начала цикла. Так, давай. Открывайся. Но иногда, точнее сказать, чаще всего получается, что результат позитивный все-таки еще может выдать чуть позже, просто потому что для цифровой вот этой всей истории ему нужно убедиться уж совсем, что ты беременна, чтобы, очевидно, уровень гормона был больше в крови. Ну и в общем, значит, я разобрала. Вот они, две полоски. Сразу достаем одну и смотрим. Это контрольная полоска, так как здесь у нас есть очень яркая, четкая синяя полосочка. Так, и вот наша самая важная, вот эта полоска. Не знаю, видно вам или нет, приблизить не могу, потому что камера начинает терять фокус, но я вот покручу так, но мне кажется, я вижу очень блеклую полоску на этом тесте. Вот где-то вот здесь вот. Сейчас. Вот рядом с моим ногтем прям очень блеклая полоска. Я эту полосочку на всякий случай оставлю. Напишу на ней 4. Так, надеюсь, тут хватит места. 4. Да, чтобы мы все видели потом, я ее сохраню, что это четверочка. Ну, давай, может, так тебе. Так, подружки, ну вот, пытаюсь светить фонариком с разных углов. Ну, смотрите. Вот прям в этом месте, вот здесь вот. Опять же, я не уверена, что это прям полоска, не полоска. Может быть, какая-то контрольная. В конце концов, от производителя этот тест, он собран. И разбирать его, в принципе, не следует. Чего вам, кстати говоря, и не рекомендую. Дома разбирать эти тесты, потому что там запчастей всяких разных уйма. Так, смотрим второй тест Clear Blue, который у нас попроще, плюс-минус. Но здесь, сейчас я попробую посмотреть. Ну, здесь, очевидно, негативный результат. То есть даже какой-то прям мини-полоски блеклой, прозрачной я вообще не вижу. И, кстати говоря, удобство тестов Clear Blue, что они вот делают их с таким прозрачным корпусом, чтобы, очевидно, ты могла на свет посмотреть его и как-то покрутить, повертеть, чтобы понять, есть ли там начало твоей полоски или нет. Очевидно, негативный результат. И мы пишем здесь 4. 4. Так, что у нас дальше? Как ты называешься? Эви-тест. Ну, давай посмотрим на Эви-тест. Так, ну, Эви-тест тоже, очевидно, показывает негативный результат. Кстати, я на самом деле никогда не обращала на это внимания, но
Я знаю, что на Западе и, в частности, в Америке, там очень популярны и одни из самых конкурирующих брендов вот, Clear Blue, они с розовой полоской, то есть краситель в этих тестах розовый. Бытует такое мнение, тесты с розовыми полосками, вот этими контрольными тестовыми, они более точные, в меньшем количестве случаев оставят теневую полоску. А теневая полоска – это имеется в виду полоска, которая вдруг через несколько часов или дней появляется на вашем тесте. Не зря производитель пишет, что нужно в течение 10 минут считать свой результат, потому что такая теневая полоска, которая возникает по причине испарения мочи и, в принципе, изменения ее состава, она может появиться на тесте. То есть тест, он может, ну, скажем так, неправильно прочесть уже испаряющуюся мочу и, следовательно, выдать вам позитивный результат, например, на следующий день. Это, на самом деле, приведет, скорее всего, к большому разочарованию, поскольку в большинстве случаев это будет негативный все-таки результат. И поэтому, если вы, например, сохранили свой тест и видите вот такую теневую полоску через несколько дней или несколько часов, лучше на следующий день сделать новый тест. Так, ну этот тест я, очевидно, тоже смогу разобрать. Его я сохранять не буду, я сохраню только вот этот синий. Так, его уберу сразу. Так, давайте сравним просто с этим дигитальным Clear Blue, что у него там внутри. Так, ну как мы тебя... Отковырять-то. Нормально. Так, ну вот. Отковыряли. Ну вот здесь вот без корпуса элементарная полоска. И, кстати говоря, на этой полоске я тоже ничего не вижу. То есть очевидно негативный результат. Так, ну и что же у нас тут на нашем последнем? Здесь тоже прискорбная печаль. Ничего не показывает. Окей, ждем завтра. Так, подружки, привет. Я тихонечко говорю, потому что Рэм с папой там на кухне. У них папе на утро, и чтобы Рэм меня не услышал, мне нужно вести себя очень тихо. Значит, сегодня у нас 3 дня до предполагаемой даты месячных, и мы будем делать 4 теста. Значит, один Clear Blue за 5 дней, потом еще один другой Clear Blue, так и не поняла, чем они сильно там отличаются, Frau Test и Ivy Test. Это 2 таких маленьких просто полосочки, которые подешевле, чем Clear Blue. Так, ну пока тесты делаются, давайте посмотрим, что у нас с календарем. Значит, сегодня 8 ноября, и у нас 25 день моего цикла. И ровно 3 дня до предполагаемой даты следующих месячных. Так, ну что ж, прошло 5 минут, давайте смотреть. Первый тест Clear Blue. Так, ну, как и вчера, и в предыдущие, впрочем, все дни, ни малейшего намека на беременность. 0. Дальше следующий. То же самое. Не на свет. Сейчас попробую фонарик включить. Сзади тоже абсолютно прозрачно. Никакой. То же самое, бледной полоски. Так, маленькие, ровно то же самое. Я не вижу вообще ничего. Ну что ж, подруги, грустно и прискорбно. Похоже, что в этом месяце мы пролетаем. И все-таки, наверное, беременность, она не наступила. Давайте уж тогда отомстим этим тестом и попробуем один из них разобрать. Так, что у нас тут внутри? Давай отсюда. Опа. Так, аккуратно кладем. Нузик. Так, это достаем. Опа. Так, ну и что у нас тут внутри? Значит, самое, наверное, удивительное для многих, кто когда-либо разбирал тесты, это вот наличие такой таблетки. Бабе, у которой негативный результат, аспиринка, если голова заболит. На самом деле нет. Эта таблетка, она, по-моему, для абсорбирования лишней жидкости, если такая будет в тесте. Так что кто когда-либо, чайно или нечаянно, разберет этот тест, не удивляйтесь, здесь есть такая вот таблетка. Так, что у нас здесь внутри? Ну, Clear Blue здесь вот такая вот одна толстая полоска. И, в общем, здесь мы видим, конечно же, что ничего нет. Здорово же у них, конечно, что окошко вот такое большое, округлое. И, в принципе, как я уже говорила, корпус такой достаточно прозрачный, что ты можешь и просто на дневной свет к окошку поднести. И он прям прозрачный, легче видно самые бледные полосочки. Ну, к сожалению, не сегодня и не в моем случае. Ну, окей, порадовались тому, что внутри. Этот тест сохраню для своей коллекции негативных тестов этого цикла, который покажу вам все вместе, один за другим, в конце этого ролика. Так, подружки, привет. Сегодня у нас с вами 2 дня.
дня до предполагаемой даты месячных. Делаем снова два теста. Так, сегодня у нас будет Clear Blue. Для нашей коллекции оставляем клетку. Пишу здесь 2. И погнали делать тест. И значит, у нас с вами 26-й день цикла. И получается 2 дня до месячных. Так, все, смотрим результат. Мелкий уже проснулся. Clear Blue. Так, и здесь, как после неудачного свидания, снова жесткочайшая нет. Даже без надежды. И второй. Ну-кась. И снова нет. Ну, организм, либо ты со мной сильно заигрываешь, либо ты просто меня решил сразу сходу жестко отшить. Потому что нам не по пути. Ладно, ждем до завтра. Подруги, привет! У нас с вами сегодня один день до предполагаемой даты моих месячных. Сегодня делаем тесты. Какие? Значит, у меня тут новый ФАВО, кассетный тест. Потом МИЛА тест. Дальше экспресс беременность. И по старинке тест Clear Blue. Все обычные, с полосочками, не цифровые. Так, вот распаковала. Здесь по упаковкам видно, у ФАВО и МИЛА тест практически одинаковые упаковки. И на коробках, кстати говоря, один и тот же производитель Clever Test. Поэтому я предполагаю, что эти два теста внутри абсолютно одинаковые. И, в принципе, ну, их миксировать нет смысла. Можно купить либо один, либо второй. Но, ладно, сейчас проверим. Даже по внешности, мне кажется, они похожи будут. Давайте открывать и смотреть. Значит, это один. Текс. Теперь иди пойми, который. Так, сейчас по картинке попробую понять. Так, это второй. Картинка МИЛА тест. И вот картинка ФАВО. Ну, как бы тут получается... А, это, наверное, вот этот. Это, наверное, вот этот. В общем, один и тот же производитель. Thanks. Ладно. Так, дальше что у нас тут? Потом экспресс на беременность. Ну-ка, открывайся. Блин, я, конечно, все понимаю, но эти упаковки просто жесть какая-то. Мне кажется, в банках сейфа менее надежно закрыты, чем эти тесты. И Clear Blue. Это тоже, блин, фиг откроешь ножницы. Ну, вы даете, блин. Как будто там слиток золота, а не пластмасска. Так. Есть. И где мой фломастер? Инструмент матери подайте. Так, мне тут уже медсестру, блин, надо. Значит, единица. 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 Аж фломастер у меня закончился. Единица. Вот, значит, это мои единички. Да? Да? Да. Все. Погнали делать тест. Так, пока тесты мои делаются, вот, значит, один день у нас остался. Давай, открывайся. Телефон. Так, значит, у нас сегодня 10 ноября, 27-й день моего цикла. И ровно один день до месячных предполагаемых. Кстати, посчитал он 27 дней цикла. Короче, чем обычно. В прошлый раз был 28. Ну, в общем, здесь мы увидим, насколько мой цикл нерегулярный. От 27 до 33 дней. Так что тут мы плаваем очень сильно. Так, ладно. Результаты. Так, тест номер один. Clear Blue. Ну-ка. Нет. Фиолетовый, который-то я уже забыла. Нет. Синий. Нет. И этот. Нет. Короче, подруги, что я тут придумала? Значит, для нашего с вами последнего вот этого вот конечного, значит, результата и всех тестов, на которые мы будем с вами тупо пялиться, очевидно, негативных, я сохраню, в общем, для этого все эти тесты. Кстати, хочу еще, знаете, что посмотреть, насколько прозрачны эти тесты, если мы используем фонарик. Фонарь. Значит, проверяем. Clear Blue. Так, погоди, сейчас фокусируется. Clear Blue. Ну, очень прикольный корпус, очень прозрачный.
Еще раз проверяем. Нет. Фиолетовенький. Ни черта не видно. Так, а если так? Очевидно, тоже нет. Дальше через... Этот уже более прозрачный. Этот получше видно. Так, ну, очевидно, тоже нет. Так, и голубой. Вообще нет. Здесь еще у него и сам... Это пластмасска, окошко поцарапанное. Какое-то непонятное, как будто пользованное три раза. Вот тебе и чиповые тесты. Ну, в общем, ладно, нам-то результат нужен. Так, давайте так посмотрим. Что это? А, нет. Я уже испугалась, что тень какая-то там падает. Так, погодите. Сейчас сама посмотрю поближе. Не-не, полоски нет. Ну, вот такой вот у нас сегодняшний результат. Прошло 10 минут с того момента, как я сделала эти тесты. И, в принципе, это то время, которое рекомендуется соблюдать. И после этого времени тесты сразу же выбрасывать. Не нужно надеяться, что еще через 5-10 минут, может быть, что появится. Если есть, оно появится. Если нет концентрации необходимой, то и не появится. Лучше тогда взять и тест сделать на следующий день. И не мучиться, и не париться. А все, что... Спустя 10 минут это уже считается, ну, как бы результатом непоказательным. И даже если эта полоска у вас появится, и на следующий день вы сделаете тест, и вы будете беременны, то вот этот тест, который через 10 минут выдал вам полоску, это не означает, что он показал вам, что вы действительно беременны. Скорее всего, в этот день у вас просто уровень гормона был недостаточным. Вы оставили этот тест, например, на несколько часов, появилась полоска испарения, а на следующий день, когда вы сделали новый тест, у вас уже повысился уровень гормона, и вы спокойно видите на своем тесте позитивный результат. Вот работает это так. И не нужно думать, что «О, тот через 3 часа-то показал, нифига он не показал». Вот тема такая. Ладно, увидимся завтра. Доброе утро! Сегодня у нас последний день наших тестов на беременность. И по плану у нас сегодня должен был быть еще один тест, который завершил бы нашу неделю тестов. Но тест делать уже нет никакого смысла, поскольку вот какая у нас история. Смотрите, вчера, 10 числа, сегодня, кстати, 11, и один день до публикации этого видеоролика, значит, вчера, 10 числа, во второй половине дня у меня начались месячные. Следовательно, цикл у меня начался на один день раньше, чем предполагалось моим календарем Фло. Из этого делаем вывод, что, к сожалению, я не забеременела. Поэтому мы с вами все начинаем заново. Отчет пошел. Сегодня второй день начала моего цикла. И вот, если мы по календарю смотрим, значит, следующий видеоролик мы будем снимать с вами совсем-совсем скоро. Скорее всего, с 5 или 6 дня моего нового цикла, когда мы будем с вами делать тесты на овуляцию. Ну, а сегодня, что же у нас сегодня? Вот наши 7 тестов, вот так вот они у меня выглядят. И, в принципе, по плану, в позитивном исходе ситуации, мы бы с вами видели градацию второй полоски. То есть от 7 дня прям до 1 дня и уже до дня задержки мы бы с вами видели, как эта полоска становится темнее, 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 темнее. Но, к сожалению, сегодня мы с вами пялимся просто на несколько негативных тестов и будем с вами анализировать, что же мы здесь видим помимо негативного результата. Первый тест, который я сделала, вот какую прекрасную вторую полоску, он у меня сейчас показывает. То есть, если бы я, например, делала бы только один тест, то я бы была полностью уверена, что я беременна. Надеюсь, камера хорошо отображает результат этого теста. Ну, здесь очевидный плюс. В общем, плюс появился у меня на следующий день после того, как я сделала этот тест. И это так называемая теневая или полоска испарения, которая появляется через несколько часов или через несколько дней, если этот тест сохранить. Если, например, сравнить с другими тестами, на которых этой теневой или полоски испарения нет, то мы, в общем, мы очевидно видим, какая у нас здесь разница. Да, то есть полоску мы прекрасно видим. Обычно, когда девушки видят вот такую вот полоску через несколько часов или на следующий же день, они думают, ну вот, тест просто потребовал больше времени, чтобы увидеть гормон, и, собственно, выдал желаемый позитивный результат
на беременность. Но если сделать тест на следующее утро, как сделала это я, вот 6-й, то мы видим прекрасно, что результат у нас негативный. Ровно так же, как и на 5-й день, ровно так же, как и на 4-й день. Поэтому здесь очень важно соблюдать инструкции, которые пишутся производителем, и не выдумывать, и не держать эти тесты дольше, чем необходимо. Также нужно соблюдать время, которое рекомендуется для погружения этого теста в вашу мочу. Неважно, либо это тест, который погружается, либо это струйный тест. В общем, здесь главное соблюдать все-все инструкции. И тогда результаты теста будут достаточно аккуратными. И в этом случае также мне было очень интересно посмотреть, какого цвета тестовые полоски выдадут вот эту липовую, позитивную вторую полосочку. Ну и в принципе по вот результату я вижу, что все-таки синий выдал, розовый не выдал ни один. И я уже об этом говорила ранее, что есть информация о том, что розовые тесты или розовый краситель в тестах, он намного реже выдает вот эту липовую линию испарения, которая появляется через какое-то время. Ну и также есть мнение, что эти тесты намного более аккуратны. Кстати, будем эту историю проверять уже в этом, в моем новом цикле. Я уже рассказывала, что я закажу за границей еще несколько видов или хотя бы один дополнительный вид тестов, который, в принципе, за границей считается одним из самых-самых лучших. И будем проверять, что у нас будет на этих тестах. Также я слышала информацию о том, что если женщина, например, беременна близнецами, или у нее просто ХГЧ зашкаливает, то эти тесты, они также могут выдать негативный результат, который на самом деле должен быть позитивным. Просто гормона в моче настолько много, что тесты как бы сходят с ума и, в принципе, отказываются его регистрировать и показывают, как будто бы этого гормона вовсе нет. На самом деле его просто слишком много. Такая, кстати, история тоже может быть. И в таких случаях тесты действительно и даже после задержки могут показывать негативный результат, когда женщина на самом деле беременна. Ну, в нашем случае это не так, поскольку все-таки месячные у меня начались. Ну и, в общем, все симптомы, которые я ощущала, о которых я рассказывала в начале видеоролика, они оказались просто симптоматикой ПМС. И в этом, кстати говоря, и сложности заключаются. Определение, например, симптомов беременности или симптомов имплантации, кровотечения, которое, кстати говоря, я до сих пор не понимаю, почему два раза у меня было легкое такое мазание кровью два дня во время вот этих двух недель ожидания. Непонятно почему, но, в общем, сложность здесь заключается, чтобы действительно разделить и определить, в каком случае симптомы ПМС, а в каком случае это симптомы беременности. А, еще последнее, что покажу. Отвратительно это все смотрится. Ну да ладно, ради науки что только не сделаешь. Вот, этот маленький тест-полоска, который я извлекла из электронного или цифрового теста Clear Blue с легкой-легкой синей полосочкой. Я также почитала, поискала информацию и нашла, что вторая вот эта полоска в цифровых Clear Blue, она практически всегда имеет вот такую вот блеклую, прозрачную вторую полосочку. Поэтому, если вы все-таки не послушаете мои рекомендации не разбирать ни один тест на беременность и разберете свой цифровой, знайте, что если вы увидите вот такую вот полоску, как увидела я, это также липовая полоска. Она ничего не означает, поэтому, в принципе, смысла разбирать его вовсе и нет. И, как говорится, последний круг славы, в этом случае круг лузера, смотрим на все наши негативные тесты. Обычно такой кадр, он пишется для роликов, где очевидно, что вторая полоска становится ярче. Кстати говоря, вы спросите, зачем вообще это нужно, зачем вот такую градацию смотреть. На самом деле, это очень показательная история для женщин, которые переживали в своей жизни либо химическую беременность, то есть это беременность, которая просто не закрепляется, и, в общем, новый цикл начинается. Или женщины, которые переживали, к сожалению, выкидыши на ранних сроках. Потому что, когда, например, ты беременеешь, у тебя там, ну, например, допустим, 7 дней, и, допустим, твой тест показал позитивно, и линия очень-очень прозрачная, и каждый второй день эта линия должна становиться темнее, потому что гормон в твоей системе, он становится все более концентрированным, то есть его количество становится все больше и больше. И когда вот ты видишь, что в тестах каждый второй день, как минимум, эта полоска становится темнее, тогда ты можешь быть, ну, хотя бы немного более уверена, что все идет своим чередом, и беременность развивается хорошо. Это означает, что гормон повышается, значит, все отлично. Дальше уже идем к доктору. А если, например, у тебя
там, 7, 6, 5, 4 день линия была, может быть, даже становилась темнее, а вот, например, на 3-й день, на 2-й она становится опять более блеклой, более прозрачной, и на 1-й день, например, она вовсе пропадает, тогда это уже такой тревожный звоночек, говорящий о том, что, скорее всего, беременность все-таки не закрепилась и, в общем, придется пробовать еще раз. Ну, а во всем остальном это просто весело и прекрасный способ, как скрасить этот период двухнедельного ужасного ожидания. Ну что ж, подруги, вот такой вот результат нашего цикла. К сожалению, не увидели мы нашу прогрессию второй полоски, и результаты всех тестов на беременность у нас негативные. Тем не менее, мне кажется, что все-таки вот такой вот процесс 7-дневных тестов и всего, о чем мы сегодня говорили, он очень полезный, очень познавательный и дает намного больше информации, вооружения для следующего моего цикла. В следующий раз что мы сделаем иначе? Я подумываю о том, что мы сделаем также такую же прогрессию полоски на овуляцию. Я буду в следующем цикле использовать и тесты на овуляцию Clear Blue со смайликом, который я обычно использую. И также я буду использовать обычные стрипы, потому что их можно вот на листочек наклеить и показать, как они работают. Особенно для девушек, которые не знают, как читать тест на овуляцию, тем более, что они отличаются от полосок тестов на беременность. Это очень важно учесть. И, конечно же, когда придет время делать тесты на беременность следующего цикла, это у нас уже будет 4-я попытка, я добавлю еще как минимум один бренд тестов на беременность, которые закажу за границей. Скорее всего, либо на Озоне, либо на iHerb. Но это очень такой крутой тест, который преимущественно в Америке женщины очень-очень любят и чаще всего используют как раз-таки для подобных видеороликов и, в принципе, для тестирования своей беременности на ранних-ранних сроках. Так что, подруги, кто со мной, кому эта тема интересна, значит, мы будем с вами эту тему еще больше изучать, будем больше наблюдать, не вешаем нос. Я, как вы видите, совсем не расстраиваюсь, все в порядке, жизнь есть жизнь. Женский организм работает, как работает. Ничего страшного, у нас есть следующий цикл, и мы снова приступим к делу, как только наши даты в календаре покажут, что нам пора. Ну а тем временем желаю всем доброго дня. Те подруги мои, которые забеременели, которые мне каждый день пишут: «Эй, я беременна, я там на 14, на 10, на 20 неделе, давай скорее присоединяйся». Терпение, скоро я к вам присоединюсь, и мы с вами обязательно вместе будем проходить этот процесс. Ну а пока... Но ничего не остается, ждем и увидимся с вами в следующем моем видеоролике. На сегодня это все, я с вами прощаюсь, пока!